Сегодня четверг. Такой замечательный день. Он готовит мне столько новых встреч и открытий. Только сначала нужно сходить на работу. Доброе утро. Алло, какое доброе утро? Ты время вообще видела? Каждый день опаздываешь. Кто едет на очистку города от снега? У меня губернатор. У меня три сюжета. Едет Алена Лепкалова. На шапку. Кристин, можно схожу на обед? Ален, какой обед? Главный редактор ждет от тебя текст через 30 минут. Ну давай. Так, а что у тебя здесь с синхроном? Стайм-код у тебя какой-то не тот. За лучший сюжет года награждается корреспондент телекомпании «Город» Алена Лепкалова.